Так, запись пошла. И теперь я должен как бы сделать для дорожки, для своей звуковой, чтобы потом ее совместить, вот такие действия. Раз, два, три. Все. Я готов. И теперь что? Теперь надо поздороваться со зрителями, правильно? Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 28 января 2019 года, и я нахожусь в месте, которое я очень люблю, и в прошлом году я приезжал сюда очень часто. Это пляж пансионата «Кристалл София Приазовец». И сейчас мы с вами увидим море, сегодняшнее море. А заставило меня сюда вот зайти за дюны одно обстоятельство. Посмотрите, друзья. Смотрите, друзья. Вот на эти груды мусора. В этом году зимою, ну и в прошлом году они еще были, сильные шторма в Анапе. Сильные шторма, каждый шторм выносит массу всякого мусора. Веток, стволов деревьев и различный пластик. Упаковка, полиэтилен, какие-то веревки. В общем, всякая такая ерунда вот выносится. Ну, мэр наш сказал, что отдыхающие у нас есть и зимой, поэтому пляжи должны содержаться в порядке весь сезон, круглогодично. И вот мусор этот собирают, а море снова выносит, собирают, выносят. Нам говорят, что все хорошо, что все прекрасно убирается, вывозится на полигон бытовых отходов, все эти ветки и весь прочий мусор. Вот. Но оказывается, не так, не всегда. И вот эта картина сегодня, ну, подтверждение тому, смотрите, сколько здесь всего мусора. Друзья, я вот с двух рук снимаю, веду прямую трансляцию и еще снимаю экшн-камеры. Очень неудобно, очень непривычно с двух рук работать, но тем не менее, я думаю, сюда я говорю в трансляцию, как я это снимаю, а здесь, ну, это вот как раз запись, которую потом вы увидите. Итак, друзья, что мы тут видим? Конечно, большинство вот этого хлама составляет, ну, во-первых, огромное количество водорослей. Вот. Но вместе с водорослями, конечно же, сюда валят и вот какой-то тапок, там зеленые пакеты, тут у нас тоже видны какой-то пластик, бутылки, упаковки, опять полиэтилен. Вот железо. Железо, опять пластик, ну, ветки, 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 ветки. Опять вот какая-то гофра, там упаковка пластиковая, бутылка. Тут тоже вот какая-то, тоже пластик какой-то желтый, веревки. Ну и мусор еще там вот, тоже дальше. Вот это все, друзья. А тут видно, что работает техника. Вот, смотрите. А это вот что? Это пропастина какая-то. А непонятно, что это. Плохо вижу.
Ладно, то ли рыба какая-то, то ли еще что-то. Не знаю, и ботинок торчит. Вообще ужас. Ужас какой-то, не будем это рассматривать. Так. Так, и все это, друзья, вот здесь корпуса пансионата «Кристалл». Солнце сегодня яркое, и вот за этими дюнами, вот где как раз, вот птица мертвая лежит. Ну, это бывает, и дельфинят часто выносит. И я показывал в свое время и лису морскую. Так, а как же я сейчас свой велосипед-то покачу? У меня две руки заняты. Непонятно это мне сейчас. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумаем. Друзья мои, вот те, кто сейчас меня смотрит в прямом эфире, кто меня смотрит в прямом эфире, сейчас я буду решать такую проблему, как мне дойти до моря, вот имея в руке и смартфон, и экшн-камеру. Как это сделать? Поэтому те, кто меня смотрит в прямом эфире, вам легче меня понять. Поэтому я сейчас эту камеру пристрою к багажнику. Вот, и покачу велосипед к морю. Вот таким образом, наверное, я сделаю. Итак, я... Поэтому сейчас, смотрите, будет небольшая тряска. Это все рабочие моменты. Я думаю, вы меня очень хорошо понимаете. Кстати, пишите комментарии. Я потом обязательно все прочитаю. Так, ага, так, вот тренога выручает, конечно, у моей экшн-камеры. Вот ставлю сюда. Блин, я сидел на каких-то гвоздях. Сейчас вот смотрю, на чем я сидел, думаю, что мне там колет. Оказывается, я сидел на гвоздях. Так, итак, друзья мои, так. Угу, все. Ну вот, в багажник, на багажник установлена моя камера. Снимаю с подножки велосипед. И мы едем. Мы едем к морю. Еще раз смотрим на это безобразие. И теперь вот давайте выбираться отсюда. Хочется показать, как я это еще делаю. А делаю я это вот так. Там у меня камера. Смартфон, надеюсь, надежно. Ну и все, а вот и море, друзья. Ой, как хорошо. Кто смотрит прямую трансляцию, я не знаю, слышно ли меня. Ну, я удачно поставил на багажник смартфон, поэтому
а как раз в сторону моря направлена. Погода замечательная, не хочется даже ни о чем говорить. Расчудесная погода. Так, мне бы сейчас пристроить куда-нибудь экшн-камеру или велосипед поставить. Для этого я ищу какой-нибудь упор, потому что на песке плохо стоит велосипед. А ветер так вообще, велосипед просто сразу падает. Его сносит ветром, когда ветер здесь дует. Но сейчас ветра нету, поэтому все хорошо. Много рапанов, смотрю, вот на валяется здесь у нас вынесенных. Вообще такой интересный вид, тоже залюбуешься. Ну ладно, так, хоть на ракушку поставить свой велосипед, опереть. Ракушка не очень так надежная штука, но тем не менее, вот стоит на ракушке мой велосипед. Теперь я сейчас поставлю камеру, чтобы она тут сама по себе снимала. Вот так вот. Это как-то она заваливает немножко. Может быть. Да, что странно, почему она заваливает. Так что ли, получше? Так, ну ладно, а тут я, друзья, вот он я, продолжаю свою трансляцию, пока камера моя снимает, вот пусть она снимает, а я буду вот здесь как раз ходить. Море сегодня замечательное. Вот так у меня проходит съемка, тем более сегодня интересно. Вот велосипед стоит, видите? Вот. А вот экшн-камера. Вот так она снимает, такой вид интересный получается. Море. Немного, конечно, людей меня смотрит, но, тем не менее, я думаю, интересно смотреть. Вот собачка гуляет здесь, меня обходят стороной. Вообще здорово. Вот смотрите, море, велосипед, Анапа, хорошая погода. О, смотрите, вот это опасно, когда доходит море до волна, до колес, то сразу же подмывает, и велосипед сразу падает. Поэтому это опасно. Вот. Но надеюсь, что я этот момент не допущу.
ну что, друзья мои, те, кто смотрит эту трансляцию, вот так вот веду я свои съемки на море с помощью экшн-камеры. Вы потом переключитесь и посмотрите именно эту запись. Ну а сейчас я отвечу на ваши вопросы, если они есть, если они появились. Вы пока посмотрите на море, а я посмотрю на свой велосипед, потому что боюсь, что он у меня... Так, еще раз здравствуйте. Опять Феникс пишет. Здравствуй, Феникс, птица. Еще раз привет. Всех с Новым годом. Здравствуйте. У вас Новый год наступил, оказывается, Иван Иванов. Очень прекрасно. Еще раз всем здравствуйте. Солнечный Челябинск. Снова с вами. Отлично. Привет, Санчелас. Санчелос, видимо, как-то, да? На каком это? Друзья, теперь на камеру хорошую осталось собрать. У меня почти такая же экшн-камера. Сколько это все стоит? Экшн-камера стоит, друзья, совсем немного. Я ее брал за 2600 рублей. Со всеми там прибамбасами. Ну, прибамбасы – это всякие крепления. Вот. А стабилизатор я брал за 10 тысяч. Вот эти деньги как раз собрали вы. Большое вам спасибо. Хорошая штука, тяжелая, нет. Она по первости казалась тяжелой. Сейчас, видимо, руку я натренировал, набил, и поэтому все хорошо. Здравствуйте, сумасшествие. Да, где-то есть, правильно. Потому что сумасшествие вот так вот с двух рук снимать. Еще велосипед катить. В Анапе будет экологический митинг 3 февраля. Будет, спрашивают, не знаю, проверю. Доброго дня. Как дела с партнерской и заработком? Это я сделаю отдельно видео. Денежки идут, особенно в прошлом году. Декабрь это всегда на YouTube самый такой прибыльный. Вот. Но сейчас у меня немножко по сравнению с декабрем где-то на 30% упали заработки. Вот. Но ничего, все равно что-то там капает. Все равно приятно, друзья. Я в первую очередь делаю это для собственного удовольствия. Делаю это для того, чтобы вы смотрели, вот, а в последнюю очередь уже для каких-то денег, хотя они никогда лишними не бывают. Кайфуша, да, здравствуйте. Руль на велике неправильно поставил. Ну, не знаю. Вы можете это, смотрите, вот это вот, в смысле, зеркало. Зеркало просто я опускаю. А вообще вот так вот его надо. А есть ли на сегодня какие-то телодвижения со стороны органов власти по МФЦ? Пока ничего нету, пока только с управления ГИБДД прислали письмо о том, что они усмотрели, значит, в моем заявлении признаки административного и уголовного правонарушения и передали там куда-то еще. Поэтому будем ждать еще одного ответа. Ну, я на этом останавливаться не буду. Конечно, я знаю, что это надолго, вот эта борьба за тротуары. Поэтому я буду еще в прокуратуру готовить документ. Переселение с севера на юг будет, и построим заводы. Да. Ну и пишут, связь плохая. Ну, связь плохая, друзья, ну что поделать. В общем-то, этот эфир у меня называется «Как я снимаю». Вот моя экшн-камера стоит. И потом не забудьте посмотреть видео, снятое на экшн-камеру. Тут хорошо, немного прохожих, гуляющих, отдыхающих. Вот волна накатывается прямо под ноги, но ты до меня не дойдешь, волна. Вот. И вообще вот как-то состояние какого-то возбуждения,
какой-то эйфории, море оно как-то вот так вот само волнуется, и меня волнует всегда, я люблю море, и сегодня прекрасная погода, и я просто рад, что я снова приехал сюда, на эти прекрасные дюны, на своем замечательном коне, коне Пегасом. Ну, знаете, что конь Пегасы, это я рассказ такой написал. Ох-то, ох ты, ах ты ж, прямо вода под меня натекла. Так. Желаю, чтобы стало больше подписчиков. Ну, подписчиков у меня, в общем-то, в прошлом году я 6 тысяч, да, насобирал, отметил это дело, венца выпили. Я думаю, вот когда волна опять идет, смотрите, волна-то что делает, а? Волна. Надо делать ноги отсюда, ну, вернее, не ноги, а колеса. Вот, ну все, друзья, что ж, на этом я свою трансляцию заканчиваю. Я думаю, она была интересна. У меня вот две трансляции, плюс я еще сегодня выложил видео, первую часть заседания нашего клуба позитивного общения. Вы тоже, наверное, уже в курсе и смотрели. Еще будет две, а может даже три части, потому что приходится, ну, в связи с некоторыми там затруднениями монтажа, загружать частями. Ну, все, друзья, спасибо вам, что вы были со мной. Спасибо, что вы не забываете меня, что вы поддерживаете канал материально и морально. Я всегда этим летом буду снимать, тем более буду снимать на экшн-камеру с стабилизатором. Это что-то новое, потому что в прошлом году у меня стабилизатора еще не было. Вот, будет интересно, и я меняю концепцию своего канала. Теперь я буду показывать, как можно Анапу сделать лучше. Я буду обращать внимание, не ваше, конечно, а прежде всего я буду показывать жителям самой Анапы и чиновникам, которые ответственны за благоустройство нашего города. Буду показывать вот эти вот явные косяки, недоделки, халтуру. И буду показывать и рассказывать, как это надо делать ответственно, эффективно, с умом и для людей. Вот. Ну а на сегодня я с вами заканчиваю общение, друзья. Было очень приятно. Конечно, можно еще ходить, разговаривать, но всему приходит конец. Я думаю, эфиры тоже не должны быть слишком длительными. Поэтому всего вам доброго. До свидания. Ну вот, друзья, я провел прямой эфир.
Вот так вот я его провожу. Ну, напоминаю вам, что сюда я сегодня приехал, видя, что такая замечательная погода. Это пляж пансионата «Кристалл» и пляж «София», пляж «Приазовец». Море сегодня замечательное, красивая волна, яркое небо, светлое, люди гуляют. Вот. Нам очень много вынесено раковин. Давайте еще полюбуемся этим замечательным морем, послушаем его шум. Поиграем с ним в догоняшки. Ух! Ну, все, друзья, на этом я свой очередной репортаж заканчиваю. Было очень здорово. Ну, я сегодня снял, получается, две трансляции и вот эту самую запись сделал. В конце я сейчас... И трансляцию, обе трансляции сделаю на них ссылки. Вот они сейчас появляются. Раз, два. И все. До следующих встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До следующих встреч, друзья.